Виргинский филин – очень крупная птица. Длина тела составляет от 43 до 63 сантиметров. Вес – 1,5 килограмма, а размах крыльев – до 1,5 метров. Самки обычно крупнее самцов. Филин имеет крепкое тело, покрытое мягким пухом и перьями. Окрас может меняться в зависимости от места жительства птицы. Филин умеет маскироваться. Обитает виргинский филин в Северной и Южной Америке, причем может жить в разных природных зонах – и в степях, и в пустынях, и в лесах. Встречается даже в городских парках. Крик филина невозможно спутать со звуками других птиц. Это очень глухие, но при этом громкие гудки, которые бывают слышны на очень большом расстоянии. Отличительной особенностью во внешности этой птицы являются длинные перья над ушами, из-за которых ее прозвали рогатым филином. Ученые точно не знают, для чего такие выросли. Одна из версий – для общения с сородичами. Филин имеет очень зоркое зрение и уникальный слух. Уши располагаются асимметрично, правое – выше левого. Оба уха скрыты перьями. Виргинский филин – хищник. Он питается мелкими животными, преимущественно грызунами и птицами. Иногда добычей филина становятся и более крупные животные, вес которых в 2-3 раза больше его собственного. Также филин поедает змей и даже мелких крокодильчиков. Обычно филин для выслеживания добычи сидит на какой-нибудь возвышенности или не спеша прогуливается по территории. Чутким ухом он улавливает малейшее движение где-нибудь в листве или траве. Заметив грызуна, он мгновенно взлетает, не теряя из виду зверька, после чего падает на него, хватает цепкими когтями и тут же улетает. Иногда филин нападает на гнезда других птиц, чтобы захватить беззащитного птенца. Даже сапсан, сам хищник, опасный для других птиц и животных, не может защитить своих детей от филина. Но бывает и наоборот, когда на филина нападают другие птицы. В результате возникает схватка, исход которой до конца может быть неясным. Это происходит потому, что филин занимает чужие гнезда, чем и вызывает недовольство хозяев. Под их напором филинам часто приходится покидать незаконно занятые жилища. Зрение филина является по-настоящему уникальным. Существует ошибочное мнение, что филин днем ничего не видит. Это на самом деле не так. Днем острота его зрения падает, но не сильно. При случае филин может охотиться и в светлое время суток. Зрачки его глаз неподвижны, они всегда направлены в одну сторону, но при этом шея способна поворачивать голову на угол до 270 градусов. Поэтому птица может контролировать все пространство вокруг себя, даже не двигаясь телом. Чаще всего филин днем спит в гнезде, на ветвях деревьев, в расщелинах скал. Благодаря маскировочному окрасу птица может оставаться незаметной и для человека, и для других животных или птиц. Филин – плохой строитель. Если он построит гнездо самостоятельно, то это будет неудобная, неуклюжая конструкция. Поэтому он предпочитает занимать чужие гнезда, а самостоятельно что-то строит только в самых крайних случаях. Филин ведет одиночный образ жизни. Встречаются эти птицы парами только в брачный период. Причем партнер у каждой особи один и тот же на протяжении всей жизни. Потомство филин защищает очень бдительно. В случае опасности птица распушает перья и расправляет крылья, чтобы казаться больше и этим отпугнуть врага. Птенцы растут медленно.
Летать они начинают только в возрасте 2 месяцев. Осенью они покидают родительское гнездо в поисках своего места. У филинов почти нет врагов, не считая тех птиц, чьи гнезда они занимают. В естественных условиях одна особь может прожить 13 лет, а в неволе до 38 лет. В природе по достижению 2-летнего возраста шансы выжить у вергинских филинов существенно повышаются. Численность популяции в настоящее время считается стабильной, но многие филины погибают от рук охотников из-за голода или конфликтов с другими птицами.